Гороховая каша знакома многим еще с детского сада, только там она выглядела неаппетитно и странно пахла. Рассказываю, как приготовить гороховую кашу с добавлением копченостей, рецепт для взрослых. Кашу можно приготовить из зеленого горошка, тогда и времени на процесс вы потратите значительно меньше. Можно приготовить кашу и по-другому, сделать ее из сушеного гороха, как в данном случае, предварительно замочив его на ночь. Блюдо сытное и вкусное, добавляю к нему еще и другие овощи, а также бекон. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот что нам понадобится. Бекон, 6 штук, полосок, сельдерей, 2 штуки, стебель, морковь, 2 штуки, лук, 1 штука, горох сушеный, 2 стакана, куриный бульон, 400 мл, вода, 3 стакана, картошка, 2 штуки, копченая свинина, 300 грамм, копченая ветчина, 115 грамм, соль, перец, по вкусу, количество порций, 5-6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Удачи, друзья, заходите.